Приветствую вас, грибники! Как вы можете наблюдать, я опять в лесу. Сегодня я собираюсь с друзьями. Выехали мы собирать грибы. Ивановская область, Родниковский район. Сегодня у нас 10 июля 2023 года. Значит, и попадаются у нас, друзья, вот такие лисички. Вот здесь, смотрите, тоже они. Так что сейчас будем то, что покрупнее, собирать, а маленькие оставлять. Вы, в свою очередь, присаживайтесь поудобнее. Лайк, подписка. Пишите любые комментарии. Ну и смотрите, что получится у меня из этой тихоохоты. Так, а вот Алексей находит свой первый гриб. Смотрите. Давай, Лёх, показывай. Хорошенький, да? Вот белый гриб. У тебя первый в этом сезоне, да? Да, да, первый гриб. Отлично. Беленький. Так, а вот и Сергей находит свой первый гриб на сегодня. Давай показывай, где у тебя. Вот он в кустах спрятан в траве, видишь? Он такой же. Такой же, как у тебя. Да, у меня поболее, Серег. Ну, так я верю, чего. Все, так, там впереди пойдет по суше. Где? Куда? Ну, сейчас сходим. Да, на, я тебя выкручу его. А нож... ты ножка? Нет, уже ножка трухлявая. А, мягкая, пос, да? Посмотришь, так, которая шляпа-то чистая. Ну так-то, как бы это. Ножка уже трухлявая. Ножка, да? Все уже. Мягкая, да? Угу. Ну шляпа, наверное, хорошая должна быть. Да, здесь хороший. Ну вот первый белый. Так, и нам попался гигант. Да. Давай показывай какой. Вот он. Ничего себе. Нам дряхлый, нам, да? Не знаю. О! Да, это. Держи. Что-то. Гигант, но как... крепкая очень. Крепкая нога, да. Как зонт. Резани его. Шляпку нам не возьмем. И нет. Ножку, может быть. Не червивый. Не червивый. И вот гигант. Здесь, друзья, я сейчас шел. Вот гриб тоже какой-то был. Сейчас, подождите, минуточку найти надо. Вот какой-то гриб. Это подберезовик. Такой возьмем. Друзья, у нас пополнение. Друзей, смотрите, каких. Вот пород такой, у меня у братенька такой же был. Такой преданный вообще. Вот ходит с нами сейчас. Уже минут 5. Не отходит. Да, вот грибы бы нам искали бы, да? Да. Ну, а и да, нашел гриб, залаял. Подходи, забирай. Не видно его. Да, не видно, друзья, смотрите, шли-шли. Сергей прошел, а я обратил внимание, думаю, что за гриб. Белый, думаю, да, скорее всего? Подзаечник или белый? Подзаечник. Ага, а это ложный? Нет, это этот, польский. А их едят? Да-да-да, это польский. Польский гриб. Ну, вот. Ельник еще как-то называют, по-моему. Это польский, друзья, первый. В сезоне. Ложные-то они розовеют в этой части. Гнилой. Ножка. Запах может хороший. Вот мне. Так жалко. Такая... Ну пока возьму дома, посмотрим. Так, друзья, смотрите. Два белых гриба переросших. Первый, второй. Собаки с нами так и ходят. И поляна. Целых поляна лисичек. Только вылезают. Да. Там и дальше они. Они как это идут, тропкой, да? Ага. Сзади тебя, кстати, тоже. Угу, я вижу. Серёг! А вот красавчик белый, друзья. Смотрите, какой прям как настоящий. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. А, мягкая ножка. Уже все, да? Угу. А, шляпка желтенькая, да-да-да. Можно даже, шляпка может целой быть. Это. А рот чистый здесь, нормально. А, шляпка красивая, да? Красивая. Так, вот очередная поляна лисичек. Давайте я вам покажу ее, а то все срезаю и не показываю. Попадаются, друзья, лисички. Белые есть, но переросшие. И слой, я думаю, пока отошел.
Сейчас, в принципе, дождики прошли. Думаю, грибы должны пойти. А так в основном идут, попадаются лисички. Взял чуть сыроежек. Олесь просил. Погода сегодня градусов 20. Вечером был дождик, трава сырая. С утра ходили вот. Так, вот эти возьмем, давайте. Двигаемся уже в сторону машины. Так, вот еще лисички тут. Вот эту возьмем, давайте. Вот эту возьмем покрупнее. Эту возьмем. Одному неудобно и собирать, и снимать. И вот здесь что такое у нас? Не наша. Так, ничего, друзья, идем дальше. Так, друзья, что-то мне подсказывает, что это будет у меня подосиновик. Так, сейчас подойдем. Издали заметил. Так, ну-ка. Да, желто-бурый подосиновик. Так, ну что, берем. Идем дальше.